інклюзивного освіту. Що чекає на дітей з особливими потребами? Сьогодні дізнаємося у Романа Марабяна, директора обласного спеціалізованого будинку дитини «Гіппократ». Вітаю вас. Добрий день. Отже, ви нещодавно відвідали Сполучені Штати Америки і з'ясували, як там виглядає інклюзивна освіта у тамтешніх школах. І порівняти з харківськими, мабуть, дуже важко. Спасибо за вопрос. Мне хотелось бы рассказать о том, что наша команда, которая принимала участие в этой обучающей программе, в эту команду входили представители Министерства социальной политики, представители Министерства образования, юрист фонда Порошенко, которая занимается вместе с женой президента инклюзивным образованием в стране. Да? То есть рассказать о том опыте, о тех знаниях, которые мы почерпнули после этой трехнедельной стажировки. Мы посетили более 40 различных учебных и реабилитационных учреждений для детей с особыми потребностями и воочию посмотрели, как работает инклюзионное образование в разных штатах Соединенных Штатов Америки, потому что есть понятие федеральный закон, и на уровне всей страны есть те стандарты, которые на национальном уровне реализованы, и дети получают их в объеме этих стандартов. Плюс каждый штат, в зависимости как голосуют на выборах жители каждого штата, они могут выделять дополнительно на инклюзивное образование те или иные средства. То есть там в различных штатах мы видели, есть штаты, которые больше инвестируют именно в программу инклюзивного образования к тому куску финансирования, который идет на федеральном уровне. Есть штаты, которые меньше. Но там есть во всей стране, в каждом штате есть так называемый третий сектор, приватный сектор, огромное количество людей, которые имеют социально ориентированный бизнес. И вот эти люди и являются теми наполнителями недостающего бюджета, как федерального, так и бюджета штата, для того, чтобы дети могли получить хотя бы обязательные, стандартные, обязательные услуги. Хотелось бы сказать о том, что инклюзивное образование – это важнейшая тема и для нашей страны, потому что интеграция детей с особыми потребностями и инклюзия детей с особыми потребностями, инклюзивное образование – это немножечко разные вещи. И важно, чтобы мы не подменяли интеграцию детей с инклюзией детей. Потому что интеграция – это просто можно взять особенного ребенка из домашней среды и просто его переместить в общеобразовательную школу или в детский сад, не меняя среду в самом учреждении. То есть это называется просто интеграция особенного ребенка в школьной там, или дошкольной среде. І... Взагалі тут таке приймання на навчання, в принципі, не було поширеним. Это, да, оно не было поширенным. То есть я хочу закончить вот это сравнение понятия интеграция, инклюзия. То есть инклюзия это просто принять у школу мало. Так. Да, просто принять мало, и просто очень важно, чтобы и сами специалисты, и родители особенных детей, и все общество, чтобы мы правильно понимали, интеграция ребенка в школьную среду и создание инклюзивного пространства в школе – это абсолютно разные вещи, и чтобы мы не путали понятия, создавая инклюзивное образование. То есть сейчас, если мы в нашей стране будем четко все понимать, что создание инклюзивного образования предполагает это не только изменение инфраструктуры школ и дошкольных учреждений, да, не только приобретение специального оборудования, мебели там, и проведение каких-то строительных работ. Это, конечно же, в первую очередь изменение методологии учебного процесса и, конечно же, подготовка специалистов. То есть без подготовки специалистов, без четкого аудита, какое количество педагогов, специальных педагогов, помощников педагогов, ассистентов ребенка, какое количество специалистов и какая новая философия в методологии обучающего процесса. Вот эти вещи все должны параллельно развиваться.
И как нам сказали американцы, они говорили о том, что инклюзивное образование у них стабильно работает уже на протяжении последних 15-20 лет. До этого у них тоже были институции. Большое количество детей с особыми потребностями находились в закрытых институциях, и там с ними занимались специальные педагоги. То есть опыт, который прошли Соединенные Штаты и многие страны Европы, где уже прошла и реформа деинституализации, и инклюзивное образование уже вышло на достаточно хороший уровень. Все эти страны говорят о том, что месседжи нам дают такие, что не бойтесь этой дороги. Вам нужно, у вас должен быть честный разговор в обществе. Все-таки, что мы хотим создать действительно не виртуальное инклюзивное образование, а реальное инклюзивное образование, которое требует ресурсов, которое требует правильного распределения средств центрального бюджета и местного бюджета, и правильный расчет специалистам и правильная их подготовка по этим стандартам. Але багато хто побоюється, що школа може виявитися не готовою до прийому таких особливих учнів. Школа может быть не готова по объективным причинам. То есть если школа не имеет четкого финансирования, если школе не дали возможность добрать необходимые штаты специалистов, которые могут по правильной методологии, по правильной философии инклюзивного образования обеспечить этот процесс, да, то тогда просто заставить обычную школу без особых ресурсов, без инвестиций финансовых, как в человеческие ресурсы, так и в материальные ресурсы, требовать от школы, чтобы они обеспечили качественный процесс, невозможно. То есть это приведет... Но законодавчо, в принципе, уже зобов'язало. Законодавчо, правильно. То есть без появления такого специального закона, который говорит о том, чтобы инклюзивное образование – это право семьи, право ребенка, и держава обязана это все обеспечить. То есть... Мы должны разделять обязательства государства на законодательном уровне, да, создать такие условия. И в то же время мы должны понимать, что это еще большая работа в родительской среде. Потому что, как правило, родители особенных детей в большинстве своем понимают, что они бы хотели ребенка особенного из дома переместить в обучающую среду, то ли в дошкольное учреждение, то ли в школьное учреждение. Но вот родители здоровых детей, они боятся, имеют на это все основания того, что ресурсы школы, ресурсы педагогического персонала будут направлены на особенных детей, и их здоровые дети недополучат ресурсы для того, чтобы их дети могли осваивать те или иные предметы. То есть их боязнь можно понять, пока они не понимают. То есть это один же тот же учитель будет заниматься с 25 детьми, плюс еще будет, допустим, два ребенка с синдромом Дауна тоже в этом же классе, и один учитель будет метаться между 23 детьми без особых потребностей, и он же будет разрываться еще между двумя детьми с особыми потребностями. Или, допустим, каким количеством еще дополнительно педагогическим персоналом, помощниками педагогов, ассистентами детей, которые будут помогать таким детям, да, какие появятся еще дополнительные ресурсы в виде комнаты отдыха или ресурсного класса, где ребенок может провести какое-то время для того, чтобы ему отдохнуть от общеобразовательного класса, где он может перегрузиться, потому что он имеет свои особенности. То есть, я так понимаю, все еще под питанием, так? Это все под вопросом, но начинать нужно. То есть мы не имеем права и дальше закрывать глаза на то, что есть особенные дети. Мы не имеем права не готовить в нашей новой философии, новой украинской школы, которая сейчас вот начинает. Да? То есть мы должны и тему инклюзии вместе с реформированием и нашего образования, тема инклюзии должна органично войти в тему реформирования школы. Потому что модульное обучение, уход от классических преподаваний предметов. То есть есть такие вещи, которые в общеобразовательной среде
позволяют более плавно и более гладко и более органично внедрять инклюзию. Потому что если у нас будет четко регламентировано сейчас, все идите на уроки математики, 45 минут идет преподавание математики, потом после математики там 45 минут после перерыва четкое преподавание физики, то в такую модель в инклюзивную среду ввести ребенка с особыми потребностями, вот в такую вот жестко зажатую предметную подготовку сложно, ребенок не высидит, допустим, определенные часы. Поэтому просто в нашу школу привести определенное количество особенных детей, их туда привести, не изменив школьные программы, не изменив философию, не наполнив новыми узкими специалистами, которые будут обучены, не добавив туда ресурсы в виде всего другого необходимого, да, мы не сможем инклюзию развивать так, как бы нам хотелось. Поэтому все вопросы, которые возникали у нас, как у представителей Украины, где инклюзивное образование и вообще сама система образования требует серьезных еще изменений, реформирования, то есть мы получили ответы на все наши вопросы. Нам говорили о том, что процессы должны идти параллельно, то есть нормативную базу доработать, все ли регламентировано на юридической плоскости для того, чтобы начинать эту программу. Правильно ли подготовлено ли необходимое количество специалистов. Четко ли на национальном уровне вы определили, что будет финансироваться из центрального бюджета, что будут финансировать на уровне областных бюджетов и что будет с учетом нашей реформы децентрализации, что местные громады, которые ОТГ, которые будут образованы, какой их будет вклад в инклюзивное образование. Еще очень важно то, что мы увидели и поняли, что без системы сервисов для особенных детей, других сервисов, кроме инклюзивного образования, есть еще обязательные сервисы, которые есть не только в Соединенных Штатах Америки и в других странах, где занимаются системно и цивилизованно занимаются особенными детьми. Это система раннего вмешательства. То есть система раннего вмешательства – это где команда специалистов с самого рождения. Если ребенок имеет какие-то особенности в развитии, или ребенок имеет риск того, что он будет отставать в своем развитии, такие дети, такие семьи сразу берутся в программу раннего вмешательства, и уже программа раннего вмешательства, которая работает во всей стране, она уже такую семью и такого особенного ребенка или из группы риска, или уже с какими-то особенностями, в течение 3 лет по определенному алгоритму эта команда ведет. Поэтому если такая семья и такой особенный ребенок при появлении в нашей стране системы раннего вмешательства будет уже в эту систему взят, то и семье, и ребенку, и команде специалистов из дошкольного учреждения, а потом из школьного учреждения, будет намного проще его провести его инклюзию, потому что принцип работы и все риски в семье особенного ребенка, они будут уже проговорены и разложены специалистами вместе с семьей, все запросы будут реализованы. То есть просто не иметь сервисов для особенных детей, а потом их просто привести в инклюзивное дошкольное учреждение, где есть инклюзивные такие вот группы, или потом в школу, этого будет недостаточно. Поэтому инклюзию, создавать инклюзию, инклюзивное образование в нашей стране, параллельно не создавая различные сервисы для родителей с особенных детей, это и раннее вмешательство, и систему реабилитационных центров, реабилитационной помощи, да, невозможно. Поэтому очень важно видеть весь спектр всех услуг, где свое достойное место должна занять инклюзивное образование. То есть вот это важно видеть всю картину целиком, и важно поехать именно в такую страну или посмотреть, перенять опыт тех стран, где работает вся мозаика, весь спектр таких услуг, чтобы увидеть, как это все взаимодействует. То есть, чтобы не видеть, я бачу щодо того, як в тих країнах дійшли, і що це дешевше просто, ніж якісь спецзаклади для бюджетів. Вони на цьому навіть економлять кошти. Хоча для дитини, звісно, економити не варто. Там все ж таки підходять і до того, щоб ця кожна копійка була відображена, відзеркалена у тих послугах, які надаються. І у нас, в принципі, як ви думаєте, люди
людський фактор не заважатиме цьому? Ну, вы понимаете, человеческий фактор – это если люди не поймут, мы как общество, как нация, политическая нация нашей страны, мы не поймем, что инклюзивное образование, создание сервисов для особенных детей, социализация, интеграция, инклюзия и все эти факторы, которые мы должны развивать в нашей стране, чтобы мы соблюдали право каждого ребенка и каждого взрослого на получение, на доступность и к образованию, в том числе и качественной медицинской помощи. То есть любое общество должно перед собой ставить задачи, если это общество считает себя цивилизованным. То есть мы себя считаем европейской нацией. Перед нами стоят колоссальные вызовы, ресурсы наши ограничены, идет война, но те задачи, которые мы как общество должны перед собой ставить, они же остаются на повестке дня такие же, как и у всех цивилизованных стран. Просто каждая страна имеет свой ресурс, свои окна возможностей и свой путь с дедлайнами определенными. Да? В нашей стране сейчас у нас сложилась такая ситуация, что нам нужно одновременно делать реформу системы здравоохранения, которая тоже оказывает определенные услуги, серьезные услуги детям с особыми потребностями. Нам нужно реформировать систему образования, как таковую систему образования, плюс создавать инклюзивное образование. Нам нужно реформировать систему социальной помощи, то есть чтобы мы не финансировали учреждения социальной направленности, а чтобы мы финансировали услуга «ходит за пациентом», то есть за клиентом. То есть нам и медицину нужно перевести, что деньги ходят за пациентом, и социальные услуги нужно перевести, деньги ходят за пациентом. И опыт США и других стран говорит о том, что если есть особенный ребенок, и эти средства на инклюзивное образование особенного ребенка, тоже эти деньги должны прийти в то учебное заведение, где этот особенный ребенок будет получать инклюзивное образование. То есть уйти от советской модели размазывания бюджета по учреждениям до адресного финансирования, понятного, стандартизированного адресного финансирования каждого ребенка, каждой семьи. И чтобы нам было понятно, что это дофинансирует громада, это дофинансирует областной уровень, эти деньги приходят на национальном уровне. Поэтому другого пути, как становиться социально ориентированным европейским государством, где права человека, где качество жизни это в приоритете, у нас другого пути просто нет. Поэтому мы обязаны объединить усилия всех граждан, независимо от политических взглядов. Вот сейчас один президент, может ситуация поменяться, у нас будет другой президент, или мы изменим конституцию, у нас будет премьер-министр руководить страной вместе с парламентом, но те сигналы и те базовые вещи, которые характерны для любого социально ориентированного общества, те маркеры, которые являются все-таки показателем цивилизованности общества, они уже заложены сейчас. От нас будет зависеть. Что означает это, что треба закрыть спецшколы, интернаты и так далее? Мы задавали вопрос нашим американским друзьям и сказали: ну скажите нам все-таки правду, исчезли ли у вас все спецшколы? Нам сказали о том, что специальная школа в каждом штате, в принципе, они сохранили там по одной, по две специальных школ. Но опять же, специальная школа – это место, где находится особенный ребенок и родители особенного ребенка, и команда специалистов после того, как ребенку было предложено инклюзивное образование, услуги на дому, дистанционное образование. То есть у нас, как правило, школа-интернат – это может быть самым первым и последним местом, куда ребенок попал, и он там остается на годы. Понимаете? То есть, а у них попадание в такую институцию – это после нескольких лет различных предложенных семье и выделенных государством, плюс на региональном уровне, плюс донорами средств, если уже не получится для такого ребенка, да, то тогда это уже как исключение, это может быть школа-интернат. Но опять же, назвать школу-интернатом, которую мы видели там,
и школу-интернатом, которая у нас, это две большие разницы. То есть это совсем другой принцип. То есть это отдельное проживание небольшими группами детей по возрасту. Это очень активный день, где даже в такой институции дети все равно, они в течение дня посещают какие-то еще активности. То есть огромное количество сервисов еще даже в этих институциях. Да, это институция, да, но и там совсем другой уровень. И поэтому те люди, которые не хотят ничего реформировать, они услышали: о, а в Америке есть спецшколы, есть. Ну и хорошо, поэтому не надо и в Украине ничего менять, потому что даже в Америке, в такой богатой стране, где уровень ВВП на душу населения в 10 раз выше, чем в Украине. То есть даже американцы имеют школы-интернаты. Просто вопрос, у них может быть этих 50 школ-интернатов на более чем 300 миллионов населения, а у нас эти школы-интернаты около 600 на 40 миллионов населения. И они создали систему сервисов, доступных сервисов в громадах. И эти сервисы финансируются на разных уровнях. Да? И только, я говорю, то есть это как ЧП. То есть это ЧП, это такая, считается, ургентная ситуация, когда уже и семья, и команда, которая работает на ребенка, на интересы ребенка, они исчерпали все. И то они ребенка переводят в эту институцию, затем они пытаются, и так что отправили в институцию и забыли про ребенка, они его отправили в институцию, прошло полгода, они опять собирают, семья собирается, комиссия собирается из специалистов, и они пытаются говорить, а может мы его из институции будем забирать, то есть там это совсем другое понимание институции, в том понимании, которое существует у нас. И есть еще особые дети, которые имеют множественную сочетанную патологию. То есть если ребенок одновременно и слепой, и глухой, он имеет сложный порок сердца, который не оперируется, или там ребенок нуждается в кислородной поддержке. То есть, конечно же, для такого ребенка создать в обычной школе инклюзивную среду очень сложно. Поэтому там есть еще понятие здравого смысла, но этот здравый смысл всегда, он начинается от интересов ребенка. То есть интересы ребенка, как мы их можем обеспечить, да, но он имеет сложные заболевания, поэтому мы, исчерпав все возможности, мы уже понимаем, что давайте-ка мы попробуем на базе институции, но это совсем другая институция, я говорю, совсем другая, на базе этой институции давайте поборемся за качество ее жизни и за его развитие. Поэтому тот, кто хочет услышать в Америке о том, что, ребята, мы готовы вам помочь, мы готовы вам дать методологии, программы, мы открыты, давайте менять ситуацию в стране, тот, кто захотел это услышать, он услышал это. Тот, кто поехал и захотел услышать, что ничего менять не надо, он скажет, в Америке есть школы-интернаты, поэтому не надо трогать наши школы-интернаты. А кто відповідальним має бути, на вашу думку, за виконання цих програм? І ви казали, що це і федеральний уровень там є рівень, і місцевий якийсь там у Штатах, смотрите, і так далі. А як це в Україні, на вашу думку, можна реалізувати? Смотрите, то есть є закони. США? У нас, коли багато відповідальних, це означає, що ніхто не відповідає. З вами согласен. Смотрите, там є базові закони. Є закон об інвалідності. Есть закон об инклюзивных услугах. То есть там на законодательном уровне это все, есть базовые законы. Дальше федеральный бюджет, то есть центральный бюджет, он определяет, какое количество средств они выделяют для финансирования вот этих вот вещей. Штат на уровне штата определяет, что он дофинансирует. Плюс общественные организации, НГО, волонтеры, доноры, они определяют, что они доплачивают. То есть вопрос очень простой. Есть семья, есть ребенок, есть законы и есть организации, разные организации, которые за деньги государственные, местные и донорские деньги реализуют вот эти все вещи, написанные в законах. Поэтому пока у нас на законодательном уровне, плюс пока мы получим реальную судебную власть, то есть я говорю, скажите, пожалуйста, как у вас происходит вообще, вот приходит мама к руководству, допустим, школы, и говорит, а я бы хотела вот это, вот это, вот это, вот это. Открывается закон, прямо перед родителями сидит команда, школьная команда, вместе с чиновниками из районного управления, которые эти вопросы курируют, они открывают закон и смотрят, видите, вот мы вам по закону все отдали. А мама говорит, а я хочу еще. Они ставят себе задачу, кого мы можем еще привлечь для того, чтобы ребенку добавить какие-либо ресурсы. То есть тобто має бути конкретика у законах. Конкретный закон, конкретные реализаторы и
право родителей обращаться в суд. То есть там решено все очень просто. Если, не дай бог, школа в отношении по закону маме что-то не предоставила, то школа понесет колоссальные убытки. То есть, во-первых, эта школа получит как за невыполнение указанных в законе задач по оказанию услуг такой семье. Во-первых, они оплатят все судебные издержки, это очень дорого. Они будут наказаны финансово, и потом такая школа будет, если они раз не выполнят, два не выполнят, их просто уберут из... Они все заинтересованы иметь это бюджетное и федеральное, и местное, и донорское финансирование. То есть там создан рынок. То есть очень важно. То есть это не просто сидят тети и дяди с педагогическим образованием. Это сидят люди, которые и хотят участвовать, и хотят работать на рынке педагогических услуг. То есть это реальный рынок, это кусок хлеба. И люди хотят на этом рынке участвовать. И у них есть колоссальная конкуренция. То есть огромное количество общественных организаций, НГО, так называемые из третьего сектора, которые с радостью готовы предоставлять различные сервисы родителям. Если какая-то школа сидит, надувает щеки, говорит, мы это будем, мы это не будем, тут же откроется приватная школа, которая за федеральные деньги и за деньги штата эти сервисы создаст. Понимаете? То есть тут Школы не утримуются. А те школы просто не получат финансирование. То есть, я же говорю, то есть мы финансируем не просто директора школы с коллективом педагогов издания. Мы финансируем детей, которые в эту школу приходят, и на каждого ребенка есть финансирование. То есть деньги ходят за пациентом-клиентом. То есть вот как построена среда. То есть создалась конкурентная среда в разных отраслях экономики. То есть если мы говорим о социальных сферах, это социальные услуги, это медицинские услуги, это педагогические услуги, то есть это такой же самый рынок. Те вещи, которые мы пытаемся сделать. То есть многих людей говорят, а что же произойдет, если, не дай бог, наши закроются государственные больницы или коммунальные больницы? А если в этих больницах будет плохое качество, то зачем нашим, всем нам ходить в такие никому не нужные больницы, где нету качества, где не выполняются стандарты, да? И зачем ребенка отдавать в такую школу, зачем получать социальные услуги там, где они некачественные, зачем получать медицинские услуги? То есть вопрос стоит о том, что страна должна оцифровать все свои услуги, которые она оплачивает, а на рынке провайдеров этих услуг должна быть честная конкуренция. Если это коммунальное учреждение, и оно готово побороться за бюджетные или местные деньги, они должны говорить, что мы готовы оказывать социальные услуги, оказывать педагогические услуги, оказывать медицинские услуги. То есть без создания такого конкурентного рынка, без четкого закона, где при нарушении прав родителей особенных детей, право ребенка на образование, на получение всех видов сервисов, то есть правовое поле, конкурентная среда, стандартизированные услуги. То есть нам все это еще создавать придется. То есть нам, в принципе, еще у нас коммунальные предприятия створювалися буквально мало чи не під кожні послуги, які навіть були, можливо, не всім потрібні, як то весільні фото там і так далі. І навіть намагалися монополізувати якось це все. Ну, ви розумієте, ритуальні послуги і так далі. Ви правильно, всі люди слабі. Всі хочуть отримати якийсь бюджетний пирожок, опустить лапки, и в принципе пусть денежки идут. Но в любой нормальной цивилизованной стране такого быть не может. Как вы хотите добиться этой конкуренции? У нас 30 секунд. Значит, вопрос, понимаете, все уже, весь цивилизованный мир уже все доказал. То есть, если ты хочешь на каком-либо рынке зайти на этот рынок и получать финансирование, да, то есть ты должен изучить, что на этом рынке существует, какие виды услуг существуют, в какой сектор именно, каких видов услуг ты хочешь прийти, какие стандарты на этом рынке, да, что государство готово оплачивать, или инвесторы, или государство готовы оплачивать, и наша задача соответствовать этому, то есть не нужно изобретать никакого украинского нового рыночного велосипеда, то есть законы рынка, они действуют во всем мире. Наша задача – часть государственных и коммунальных учреждений готовить к рынку, готовить к конкуренции, потому что наши жители, наши граждане имеют полное право получать качественные услуги. И только рынок и честная конкуренция помогут сделать услуги для всех нас, украинцев, более качественными. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні відзеркалення був Роман Марабян, директор обласного спеціалізованого будинку дитини «Гіппократ». Дякую, до побачення. Дякую вам. До побачення.